Противник синему блуринга Иван Майданник, первый разряд, город Черкасы. Красному углу ринга отдыхает Виталий Максимин. Он кандидат мастера спорта 90-го года рождения. Представляет город Шполу, спортивный клуб «Ретерник». Боксом занимается 8 лет. Учет боев не ведет. Тренируется под руководством мастера спорта Украины Игоря Приходько и Назаренко. Спортивная цель Виталия – стать мастером спорта Украины. Thank you.
Отдыхает Иван Майданный. Он 95-го года рождения, имеет первый спортивный разряд. Представляет город Черкассы, спортклуб «Вулкан». Боксом занимается 2 года, провел 5 боев и во всех 5 одержал победу. Является чемпионом области 2013 года. Спортивная цель Ивана – стать мастером спорта Украины. Тренируется под руководством Александра Литвиненко, который секундирует его в этом поединке. Thank you.
Ваня, работа, времени нет. Включи, все. Давай, работа, работа, включи, Ваня, все, времени нет. Вот так. Давай, давай, давай. Давай. Ваня, нет, ты спать, все, 15 лет. Время. Давай. Значит, вы включаете, не работаете. Все, работа через дома. Все время. Работа, давай, давай, давай. Давай, давай. Ну, мы куда? Ближе, ближе, иди. Все время, ты закройся. Поджимай, поджимай, и вправо, поджимай, все время, не давай возможности. Прямые бутылочки.